Більшість бенефіціарних власників крупних аграрних компаній в Україні – іноземні юридичні особи. І це попри те, що згідно із законом про ринок землі іноземці не можуть купляти ділянки. Про це сьогодні йшлося на 7-му південноукраїнському юридичному форумі. В принципе, сейчас это законом не предусмотрено, покупка иностранцами земель сельского назначения, хотя в других странах Европы это предусмотрено право. То есть очень много вопросов, если даже проанализировать структуру крупных аграрных компаний в Украине, очень много бенефициарных собственников, участников компании, это иностранные лица. То есть это либо иностранное юридическое лицо, либо же иностранец. Крім того, обговорювали на форумі і проблему підвищення кваліфікації. Юристи кажуть, адвокатам нібито штучно створюють перешкоди для професійного розвитку. Если вы прослушали час какого-то семинара, вам присваивается один балл. Ведет учет высшая школа адвокатуры. И они делают так. Адвокат набрал 10 баллов, а потом он записывает на следующий семинар, его отсекают и не дают возможность участвовать. Говорят, вы уже набрали баллы. Все. Таким образом, я не знаю, чем это связано. Это они знают хорошо. Ну, наверное, каким-то образом можно, может быть, платным путем там попасть в какую-то группу, где можно будет и прослушать там другие как бы темы. Для зарахування балів потрібно пройти тести на сайті Вищої школи адвокатури НАУ.